Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – классы языка JavaScript. По плану мы рассмотрим следующие вопросы. Объекты JavaScript, встроенный объект Array, Windows класс, Document класс, объекты JavaScript. Язык JavaScript является объектоориентированным. Объекты JavaScript представляют собой набор свойств и методов. Можно сказать, что свойства объекта – это данные, связанные с объектом, а методы – функции для обработки данных объекта. В языке JavaScript имеется три вида объектов – встроенные объекты, объекты браузера и объекты, создаваемые программистом. Встроенные объекты – это array, boolean, date, global, function, math, number, string. Встроенные объекты Array, значит, они являются также массивами в JavaScript. Массив JavaScript является экземпляром встроенного объекта Array. Нумерация элементов в массиве начинается с нуля. Создать массив можно тремя способами. Значит, var a1 равно new Array. Второй способ, var Array new Array, значит, указываем сразу количество элементов. И в третьем случае указываем элементы через запятую в кавычках. Значит, перечисляем. A1 – массив, в котором нет ни одного элемента. A2 – массив из трех элементов с неопределенным значением. A3 – массив, заданный списком своих элементов. Свойства методы объекта Array. Length – число элементов массива. Concode – слияние двух массивов. Через параметр передается имя второго массива. Здесь элементы массива B добавляются к элементам массива A и присваивается C. Join – слияние элементов массива в строку. Через параметр передается разделитель элементов. По умолчанию разделитель служит запятая. И равно C.join. Reverse меняет порядок элементов на обратный. Slice выделяет часть из массива. В качестве параметров передается значение начального и конечного индекса, между которыми происходит выделение. При этом элемент массива с конечным индексом в результате не войдет. Следует помнить, что индексы отсчитываются от нуля. Объекты браузера. Объекты браузера являются тем интерфейсом, с помощью которого сценарий JavaScript взаимодействует с посетителем и HTML-документы, загруженные в окно браузера, а также с самим браузером. Обращаясь к свойствам и методам этих объектов, можно выполнять различные операции над окном браузера, загруженным в это окно HTML-документом, а также над отдельным объектом, размещенным в HTML-документе. Практически в любой сценарий JavaScript необходимы такие объекты, как окно, window и документ. Свойства window – name, имя окна, указываемое при его открытии методом open, а также в атрибуты target tag a или в атрибут name tag for. Self window – синоним имени окна, относится к текущему окну. Top – синоним имени окна, относится к окну верхнего уровня. Parent – синоним имени окна, относится к окну, содержащему набор фреймов. Frames – массив всех фреймов одного окна. Length – количество фреймов в родительском окне. Status – текущее сообщение, отображаемое в строке состояния окна браузера. Методы window. Alert – отображение диалоговой панели Alert с сообщением и кнопкой OK. Через параметры передается сообщение, отображаемое в диалоговой панели. После вызова этого метода выполнение сценария задерживается до тех пор, пока посетитель не нажмет кнопку OK, расположенную в диалоговой панели. Confirm – отображение диалоговой панели Confirm с кнопками OK и отмена. В зависимости от того, какая кнопка будет нажата, метод возвращает соответственно значение true или false. Prompt – отображение диалоговой панели Prompt с полем ввода и кнопками OK и отмена. В зависимости от того, какая кнопка будет нажата, метод возвращает соответственно введенную строку или значение null. Метод имеет два параметра. Первый – сообщение над полем ввода, второй – начальное значение строки ввода.
Open – открытие окна. Метод имеет три параметра. Первый параметр Arrow HTML документа предназначен для загрузки в новое окно. Второй определяет имя окна для использования в атрибуте Target тега A или в атрибуте Name тега From. Третий задает в виде текстовой строки параметры, определяющие внешний вид открываемого окна. Close – закрытие заданного или основного окна. New, например, New Window Close. Текущее окно браузера можно закрыть одним из следующих способов: Windows Close либо Self Close. Set Timeout – установка таймера. Применяется для ограничения времени ввода пароля, создания бегущих строк и всевозможных анимационных эффектов. Метод имеет два параметра. Первый задает выражение JavaScript, которое запускается по прошествии времени, указанного вторым параметром в миллисекундах. Заданное выражение запускается один раз. Далее Clear Timeout – сбор таймера. Для остановки таймера методом setTimeout нужно вызвать с возвратом идентификатора, то есть ID timer, setTimer, change 2000. Затем этот идентификатор передает методу Clear Timeout в качестве параметра Clear Timeout ID timer. Blur – при вызове метода окно теряет фокус. Фокус при вызове метода окно получает фокус. Следующий move to x, y перемещает окно в точку с координатами. Move by x, y перемещает окно на пиксели по горизонтали вправо и на пиксели вниз. Resize изменяет размер окна на указанные. Resize by увеличивает или уменьшает размер окна на заданное количество пикселей. Print печатает документ. Scroll Tool прокручивает окно так, что с координатами x, y становится левой верхней точкой окна. Scroll by покручивает окно x, y пикселей. Stop прекращает загрузку документа в окно браузера. Свойства документа URL – полный URL документа. Location – полный URL документа. Refers – URL, вызывающий документа. Title – заголовок документа, определенный тегом title. BG color – цвет фона документа. FG color – цвет текста. Link color – цвет ссылки. Alink color – цвет выбранных ссылок. VLink color – цвет посещенных ссылок. Link – массив всех ссылок в документе. Actions – массив локальных меток, применяется для организации ссылок внутри документа. Applets – массив аплетов Java. Forms – массив форм в виде объектов. Image – массив растровых изображений. Embeds – массив объектов плагин. Last modified – дата последнего изменения документа. Cook – значение cook для текущего документа. Объект документ может содержать в себе другие объекты, доступные как свойства. Actor – локальная метка, определенная тегом A. Form – форма, определенная тегом form. History – список посещенных arrow. Link – текст или изображение, играющий роль гипертекстовой ссылки, созданной тегом I, в котором дополнительно заданы обработчики событий include in mouse. Over. Спасибо за внимание.